Какие категории граждан могут воспользоваться наймом жилья для социального использования? Этот вопрос обсудили участники круглого стола в областной думе. Проект закона о найме уже принят в первом чтении. Документ позволяет предоставлять жилье в аренду нуждающимся гражданам. Претендовать на него смогут те семьи, чей доход и стоимость подлежащего налогообложению имущества не превышают максимальный размер, который будут устанавливать органы местного самоуправления. Сейчас известно, что приблизительная стоимость найма жилья составит около 5000 рублей, плюс оплата коммунальных услуг. В то время как средняя аренда квартиры сейчас колеблется в пределах 15 тысяч. Это значит, что воспользоваться соцнаймом смогут те семьи, чей доход не позволяет им попасть в категорию малоимущих, но при этом средств не хватает на то, чтобы взять ипотеку. Было предложено взять критерий, что 18 квадратных метров на человека нуждаемый, средний доход семьи в пределах среднедушевого по экономике, если брать Саратовскую область, это 20 тысяч рублей. И вот получается для Саратова, что вот такая семья не может взять на рынке коммерческий кредит, чтобы улучшить свои условия, но в том числе и не является малоимущей, чтобы участвовать в государственных социальных программах.